Друзья, это у меня семена диктамнуса. Это все, что я успела собрать, потому что они стреляют, улетают, и не успеваешь даже их догнать, потому что они по всему саду разлетаются. Все, что я нашла рядом с кустиком, я собрала. Это мелкие, а крупные – это семена древовидного пиона. Я специально попросила подругу, чтобы она оставила пару бутонов, в смысле цветоносов, не срезала. И они созрели, вот эти вот крупненькие, блестящие – это пионовые. А пионовые вызрели вот в такой вот штучке. Вот. Она развернулась и показала мне вот этот стрючок. И там были как раз черненькие крупные зернышки. Вот еще второй, да, это два вида разных. Тоже это головочка, стрючок пиона. А вот это вот сейчас в конце августа вот так выглядят семенные коробочки, уже лопнутые у диктамнуса. Или неопалимая купина, по-другому называется растение. Вот так. Они выстреливают, и вот отсюда вылетают зернышки. Они так на все, во все стороны летят далеко, что я не успеваю в траве их найти. Сейчас я эти свои сокровища буду сеять в горшочки. Я не хочу просто в открытый грунт и боюсь растерять. А горшочки я уже наполнила землей пополам с песком. Вот я в них как раз и посажу и прикопаю прям в клумбу на зиму. Пускай они так и остаются. И мало того, что меня просто попросили сделать сеянцы, которые у меня уже закончились, вот чтобы было удобнее людям отдавать, вот, как раз в горшочках самое то. Вот такие семена. Значит, сейчас август 2024 года.